Глава района Андрей Дорошевский провел прием граждан по личным вопросам. Проблемы посетителей волновали самые насущные. Жительница поселка Ильского попросила помочь решить вопрос с проведением газа. Трудности возникли из-за статуса земельного участка. Решила газ провести, а надо в жилое привезти. Жилое никак. А вот числится как нежилое, да? Да. Обращение жителей рассмотрел глава района Андрей Дорошевский, руководители служб и ведомств муниципалитета. Проблема женщины довольно сложная, но специалисты предложили решение. К сожалению, администрация не сможет просто так выдать перевод из нежилого в жилое. Я единственный вариант, который вижу, учитывая, что там есть фермерское хозяйство, обосновать это тем, что необходимо постоянное проживание, а есть нормы, потому что для фермерского хозяйства необходимо постоянное проживание. И дать этот проект, еще раз получить отказ о том, что там не получается по зонированию или почему-либо еще, и пойти в суд. Тут единственный вариант только в судебном порядке. По всем вопросам граждан даны разъяснения. Наиболее сложные взяты под контроль.